киевский режим утверждает, что якобы не имеет непосредственного отношения к проникновению группы украинских диверсантов в Белгородскую область. Это все местные граждане. Отморозок еще и шутит о том, что танки якобы продаются в любом российском военторге. Пойдите в магазин вот у нас и вы купите там любую форму. Это были российские солдаты или нет? Это были местные силы самообороны.